Активисты Общероссийского народного фронта реализуют в Краснодарском крае 14 различных проектов. Сергей Костылев подчеркивает, взаимодействие с органами власти, а не критика – вот цель работы общественного института. Живя в одном крае, в одном городе, мы должны решать проблемы прежде всего граждан и конструктивно подходить к диалогу. И президент Российской Федерации недавно отметил нам очень хорошую мысль. Коллеги, это нам к общественникам обращается. Критиковать оно легче. Вот я отдельно, говорит, наших общественников назначу на должности, а потом с них спрошу, получится у них работать или не получится. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков, в свою очередь, отметил, проблемы, которые поднимает Общероссийский народный фронт, не надуманы, а действительно волнуют людей и нуждаются в решении. Вы находитесь на земле, вы все видите, что происходит, и вносите какие-то предложения. Мы готовы их корректировать. Я не могу сказать, что выполнение их будет прямо учтено именно в 2018 году, но поставить в план на 2018-2020 года сделать, потому что вопросов, которые касаются инфраструктуры, дороги, тротуары, то, что в свое время, может, когда-то было упущено давно, много лет назад, сегодня надо это наверстывать, поднимать и делать. Руководители договорились о том, что эта рабочая встреча станет точкой отсчета в плодотворном сотрудничестве общественников и властей города-курорта.